никому ничего не должен предоставлять. Наша милиция никому не должна, гражданина Украины не должна. Нету граждан Украины. Я бы сказал, кто есть. А кто есть? Нет граждан Украины? Нет. А вы же состоите на службе, ну у гражданина что? Украины. Вы же давали присягу. Я не присягу. У гражданина Украины состою на службе. Вы в присяге. Когда я буду состоять у гражданина Украины на службе, я буду у него раб, а я рабом не буду. Вы же служите закону? Закону. Закону Украины. Да, но не гражданину Украины. Приказу. Приказ. Да. Берете 33-й приказ. Берем 33-й приказ. Служите его в бардачок. Не забывайте за него. 33-й приказ. Потому что я не занимаюсь. Порушение правила дорожного движения. Официальный сайт, сайт МВД. Пожалуйста, вот. Выкиньте этот официальный сайт вот. МВД. Чудесно. Чудесно, раз чудесно. Есть закон. Есть закон. Считаете, но вы ко мне обратились, пожалуйста, предоставьте документы. Я не к вам обращаюсь. Но я вы меня спрашиваете. Я называю, я не у вас спрашиваю. Вы меня спрашиваете, я адвокат? Я не у вас спрашиваю. А у кого спрашиваете? Вот здесь вот напротив я спрашиваю. У кого? Адвокат или нет? Вот, смотрите. Никого. Похоже, неадекват. ДО 0360. А предоставьте, пожалуйста, документы. Вы... С какой стороны? Но вы же ко мне обратились? Нет. А с кем вы сейчас беседуете? Я не знаю вообще, кто вы. Ну, а вы сейчас и к человеку обращаетесь? Нет. А я называю сам с собой. А, то есть работник милиции разговаривает сам с собой. Да. Это считаете адекватность? Конечно. Использовать во время несения службы технические средства кто и приборы, которые несет приказ 3 единицы. Да это приказ, а я вам говорю о законе. 3 единицы для вас уже не приказ. Сейчас не пойдет этот приказ. Давайте почитаем, а Конституция вам вообще не закон? Почитайте, Конституция самый высший закон. Давайте почитаем. Почитайте. Давайте. А действует Конституция, когда с машин мальчиков вот таких вырезают, нет? А мы сейчас о чем?